Axşamın xeyir qadınalım. Mən Cəfərov Gəncəli adından podpisatçı olmuşam. Я Фуат Аббасова вижу депутатом. Насчет того, чтобы я тот раз его разговор услышала, но я поняла, что он иншалла собирается Ереван подключить, ну, Южный Азербайджан. Если это будет, это я очень рада буду. И мы знаем, что Карабах наш, Карабах у нас никто не отнимет и не отнимет. Но надо насчет Еревана. Насчет этого я надеюсь только на Фуат Аббасова. Я его давно знаю по телевидению, там по его выступлениям. Он очень достойный, хороший патриот. Это во-первых. Во-вторых, вот мне 60 лет, я не могу в Азербайджане на пенсию выйти. Вот я хотела бы еще на этот вопрос, чтобы когда мне 60 лет, у меня 14 лет стаж работы, чтобы я могла на пенсию выйти. Спасибо вам за внимание. Спасибо.